Дома на референдум выносить, как куски территории, как им же нужно, понимаешь, демонстрацию перед давлением на Киев, что вот, смотрите, мы статус-кво, как и хотели, все, давайте замиряться. Ты хочешь сказать то же самое, что мы всегда думали про путинский режим, что это промышленная фабрика по производству понтов. Они долбоебы. Ну, тут же момент какой, что они пытались, они создают завесу, марево, они создают виртуальную реальность, причем не только для нас, даже не для нас и не для себя, а в первую очередь для тех западных, давай говорить откровенно, коллаборантов, которые, их прямой агентуры, да, и дураков, которые подвержены влиянию и не способны разглядеть дальше своим носом, завесу победоносного шествия российского оружия и присоединения земель. Ну да, да, да. Они оправдывают ожидания. Дома на референдум выносить, как куски территории, как им же нужно, понимаешь, демонстрацию перед давлением на Киев, что вот, смотрите, мы статус-кво, как и хотели, все, давайте замиряться. Ты хочешь сказать то же самое, что мы всегда думали про путинский режим? Что это промышленная фабрика по производству понтов. Они долбоебы. Ну, тут же момент какой, что они пытались, они создают завесу, марево, они создают виртуальную реальность, причем не только для нас, даже не для нас и не для себя, а в первую очередь для тех западных, давай говорить откровенно, коллаборантов, которые, их прямой агентуры, да, и дураков, которые подвержены влиянию и не способны разглядеть дальше своим носом, завесу победоносного шествия российского оружия и присоединения земель. Ну да, да, да. Они оправдывают ожидания.